Друзья, доброе время суток. Утро 26 января на озере Трофей встретило нас воздушной тревогой, звуками пролетающей ракеты и взрывов. Собаки метались по берегу, кричали птицы, щуки все происходящее хорошо слышали и тоже поднапряглись. Я и раньше наблюдал реакцию щук на выстрел охотника в воду. Тогда одновременно на мелководье выпрыгнуло и всплеснулось с десяток зубастых хищниц. Сегодня из-за минусовой температуры обмерзали кольца на спиннингах. Поклевки щук были вялые, тройники цеплялись за самый краешек пасти. Было много сходов. Поймали с десяток хвостов, самые крупные под килограмм. Работали воблеры-суспендеры, Орбит 110, Инквизитор 110, Могул Мино 88. На силикон мы сильно не упирались, да и щуки были поменьше. Щучий экстремальный день закончился. Всем мира, добра и удачи!